Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что первый транш кредита составит 5 миллиардов долларов. Релиз МВФ уточняет, что из них около 2,7 миллиарда долларов из первого транша, который будет выделен немедленно, пойдет на поддержку бюджета Украины. В целом программа МВФ предусматривает 4-летний план экономической и финансовой стабилизации страны, а также дополнительно открывает возможность получения Украиной помощи для стабилизации и роста украинской экономики в размере еще 7,5 миллиардов долларов. Всего на протяжении 4 лет Украина получит 25 миллиардов долларов. Другие источники помощи Украине на сумму 7,5 миллиардов долларов, по информации министра финансов Натальи Яресько, включают в себя финансирование со стороны Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, от США, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии, Канады, Японии, Германии и Польши.